Что ж она, зараза, как со мною, так ни разу. Вернуть старуху и пущай себе ворчить. Конкурс «Ямгородская краса» начинается, и все участницы конкурса на сцену приглашаются. Встречайте! Участницы конкурса: Ли Олеся, Демушкина Элиана, Ковтайкина Елена, Шевелева Мария, Пинянин Яна, Проценко Алена. А теперь позвольте представить членов объективного жюри. Без них и конкурс не конкурс, что ни говори. Таснин Александр Владимирович, председатель комитета по управлению и развитию массового спорта, культуры и молодежной политики. Львова Татьяна Викторовна, депутат Совета депутатов муниципального образования Кингисеппское городское поселение. Я презентацию свою представить вам успею. Достигла маленьких побед, все делать научилась. Я учащаяся в школе, штатный мастер всех затей. Неконфликтно, позитивно. Ну, блинков себе горячих новичок. То не мышку щитла, то не мороз трещит. Принятие решений и смотреть на мир с любовью. Также я люблю подчеркивать красоту. Пинянин Яна. Я очень много. Зовут меня Яна, мне 30 лет. Я реалистка. Значение занимали вареники с творогом. Ведь творог — это молочный продукт, а молоко — символ приумножения и достатка. В народных сказках и сказаниях молочная река с кисельными берегами. Меня в печи готовилась каша жаркое по-богатырски с мясом. Также я приготовила пельмени уральские с картошкой и блины «Золотая рыбка». А потом несложно и за пост приняться, но сначала нужно хорошенько разгуляться. Спасибо! Последняя участница — Проценко Алена. Хороши, расколачивают каблучками от души. Наш... Поцелуй, как мед на устах.
Варенье знатное, пряники русские, сладкие, мятные, чаю ароматному. Точно неизвестно, может папа, может дед, завесили тесто. Угощение знатное, варенье знатное, пряники русские, сладкие, мятные. В номинации «Девица-хозяюшка» награждается... сертификаты на услуги в соляной пещере. Каждая из девушек красавица.